Сейчас хочется. Вот видишь, две таких горячих взял булочки больших. И одну такую тебе. А там еще были такие, знаешь, с маком. А ну я ждать не стал, знаешь что? Они еще шоколадом не покрыли на то сверху. А это такая, видишь, с каким-то чем-то. Желе какая-то. Вкусняшка тоже, они свежие, они только теплые еще у меня будут. Так, сейчас у нас будет поздний завтрак. Поздний завтрак. Ты проснулся, конечно, завтрак. Ну, конечно, я выспалась. Сейчас я сделаю это. Вы хотите по бутербродов? Сейчас, да, сначала мы с тобой это сделаем, сейчас подойдем. Ага. А потом чай, это будет. Там и колбаска, и помидорка. Ну, сыр такой, это не поздно. Ничего страшного. Ничего себе, с колбаской. Тут мам, у него помидорки. Все, мам, здесь все. Все в этом. Сама понимаешь, здесь все. Да, вообще красота. Неописуемая. Домашний гамбургер. Ой, папуль, смеяться аж больно. Что там все тает, да, на улице? Так, ну а мы собрались на улицу. Ага. Грязь помесить, понятно. Грязь помесить. Так, я уже свои уги зимние убрали. Ну, вот такие вот. Еще весенние твои. Весенние достали. Ну, блин, ну а что? Пашка тоже уже в таких отходит. Конечно, ты. А когда мне ходить? Вот сейчас маленько походить, а потом уже когда сильно плюсовая, я уже, значит. Хотим зайти рядом в мастерскую, узнать, сколько стоит поменять реле, чтобы нам сделали в этой, как она, вытяжка на кухне. Вот, потом ремонт, как он называется? Туфли, скажи, что-то разошлось. Нет, этот, скажи. Чё? Печатные, как он называется-то, принтер. Там, наверное, цену загнут. Посмотрим. Лен. Спросим. Я взяла документы, да, и это. Сколько насчитают. Второй-то принтер нормальный, тебе не надо ничего делать. Ты да. Что? Я не знаю, это для того, чтобы... Второй принтер у меня нормальный, просто его надо подсоединить к компьютеру, то есть драйвера, как объяснили. Кто понимает, я не знаю, это на кого понимает. Там ладно, уже целый, все нормально. Да. Второй просто все краски застыли. Вот. Я не знаю, что ему не включается. Ну, короче, что вот так вот сейчас. А что, цветной у тебя? Вот такие уже лужи во дворе прям. Такая что-то серость прямо на улице. Так, что-то у меня тут. Пытаюсь и в ремонт Пашин ботинок там, чтобы подшить. Эковская обувь в последнее время какая-то некачественная. То расходится, то что-то еще отклеивается. И поэтому в ремонт придется. Сейчас. Из-за чего? Такой ветрище холодный, я капюшон одела. Сейчас зашли в одну мастерскую, дохлый номер, они уже съехали. Придется в другую сейчас идти. Да, Пашин ботинок отдали вот. У меня все с ботинком порядок. Там мастерскую, вот, которая напротив. Кто-то укусил за ботинок. Укусил за ботинок. И там что-то у меня есть авария. Уже все течет по крыше. А? Лужи, я говорю, течет все уже по крыше. Не совсем, то скоро здесь. Но уже, да. Каша-то это, помнишь? Каша это? Уже, снег грязный, черный. Конечно. Все, Ленин. Да. Практически зимой. Ну, вот зима уже все. Как говорится, финишный прием. Финиш. А мы по дружбе идем. Уже. Какой дом 50-й? Уже нем финиш зимы. Но. Ну, сейчас март пройдет и все. И... Да, первый день зимы. Ой, зимы весны. Мы пройдем и уже так вот здесь. Нормально все, замахи. Сейчас зашли в универсал «Магнит». Такая прям свеженькая, хорошая фасоль стручковая. Правда, без скидки, по 189 за килограмм, но прям захотелось овощей. Грибы еще свежие взять, обжарить. Не, лучше тогда свежие грибы, наверное, взять, как упаковки, ты имеешь в виду. Только мексиканская. Вот типа вот такие упаковки какие-то, заморозки-то были. Но. В овощник. Там что-то по-мексикански или что-то написано было. Угу. Что-то вот такая, наверное, цена. Вот она, что здесь написано. Капуста. Вот там. Какая-то мексиканская. Не-не-не-не-не. Ну вообще там цена еще такая хорошая, я по скидке боюсь. Ну что, прогулялся? Да, мы никуда не ходили. Так, Лямда, да, слышите? 2 метра чуть-чуть.
такие глыбы снега по краям вообще. Когда это все растает или уберут? До самого лета будет тут. Растает? Немного купили продуктов, охота овощей. Пожарить. Да, грибочки, прям... да, низка маленько добавим. Грибочки свежие взяли. Стручков фасоль. Ну, порежем. Да, может, с мяском. Ну, маленько можно добавить мясо. Угу. Сначала мясо закинули. А может, дольше жарить. И захотелось потому... такого маринованного, ядреного перца. Да он не такой, наверное, ядреный. Как мне свежий. Кажется, мы тогда брали. Как Лен свежий. Свежий-то ядреный. Бананчик 70. Да, вот у нас покупки, считай, на 700 рублей получились. Бананы, стручковая фасоль на 168 рублей. По купончику боржоми 44 рубля получилось. Вот такой перец мне захотелось, маринованный, стручковый. Мы как-то брали по 149, получается. Ну, как бы не на раз, он надолго. Не как, допустим, помидоры, огурцы маринованные, они быстро съедаются. Шампиньоны 400 грамм, 109 рублей. Ну, цена такая недорогая. И мини-круассаны тоже там купон был 50%. Значит, не дешево все равно, 86 рублей, так получилось. Вот, вот и все. 700 рублей. Я уже мясо обжарила, грибочки порезала, обжарила. И стручковую фасоль. Хотела целый мешок не влазит. Здесь рядом Аня со мной сидит, хомячит. Кушает. Чипите. Да. Чипите, да. Ну все, последнее, все. Остальное ваше. Как-то даже днем особо кушать и не хотелось, потом вот овощей. Все, остальное ваше. Да. Я не заметила, как я уже четвертую хомячу. Да? Но. А я сейчас достала вот этот перец, но он такой острый. Но запах приятный. Запах, да, вкусный. Вот как-то, знаете, внешне бывает охота, но такой острый. Семечки достала, вот еще надо немножко убрать. Блин, острый. Ань, ты попробуй? Нет. А что? Я буду пробовать, тоже приготовиться. А, ты с фасолью и с мясом, что ли? Ага. Аж губы обжигает. Настолько вкусный, что губы обжигает. Вкусный, острый настолько. А не вкусный. Не, ну вкусный, но острый по-своему. Чаепитие удалось. А, ты с круассанами? Да, как прям сложно. Да, да. Будешь кушать? Да. Все, сготовилась. Я скоро коучем стану, Паша. Коуч. Да, буду советовать. Я еще достала красную рыбку. Она у меня разморозится и посолю ее. Очень вкусно получается. Это вот как пишет ручки. Вот видишь, желтые. Которые цветы? Да. Ясенько. Ой. И еще вишня. Я думала, у меня уже закончилась, которая с косточками. Нет. Она у меня в самой нижней полке в морозилке. Очень вкусная домашняя вишня. Ну, то есть, со Славкиного огорода. Вот, то есть, не как вот эти покупные, которые с магазина.